Здравствуйте! Заходите. Гости вас приглашали. Да, конечно, приглашали. Ждали с нетерпением. Дед Мороз и Снегурочка – персонажи, при виде которых любой ребенок знает, с каким праздником связано их появление. И не столь важно, здоров малыш или страдает каким-то недугом. Новогодних героев любят и ждут все. Ведь для детей участие в сказочном представлении всегда праздник, а для сотрудников социальной службы еще один повод подарить им свое тепло и заботу. Наши дети, они во многом обделены, и нам, конечно, очень приятно, что люди не забывают про наших детей, так как они особенные, не всегда они могут куда-то пойти, где-то посетить какие-то мероприятия, пусть даже новогодние или еще какие-то, и это очень приятно, они очень нуждаются в этом. В эту пору, когда все дети ходят по новогодним утренникам, у каждого елки, елка и какие-то праздники. Но эти дети не ходят, хороводы не водят, поэтому, когда к ним приходит Дед Мороз, конечно же, они его ждут. С удовольствием рассказывают и стишки. Кроме Кайшевых и Пузыка, сотрудники социальной службы поздравили особенных деток еще в 4 семьях. Гости дарили им сладкие подарки, а ребята уже по вековой традиции рассказывали новогодние стихи. Кстати, акция «Чудеса под Новый год» проходит впервые. Но глядя на то, сколько радости и тепла она принесла в каждую семью, можно уверенно сказать, что в дальнейшем благотворительный рейд станет доброй традицией. Это акция территориального центра Московского района. Мы хотим в эти дни не только подарить детям подарки, но и в то же время вселить в их уверенность, тем более, что мы сегодня будем поздравлять детей с ограничениями, вселить в них веру в том, что есть все хорошее, и что есть люди, которые готовы поддержать их не только материально, но и морально. Вот цель нашей акции. Мы все любим Новый год, но с особым нетерпением его ждут дети. Радостное предвкушение праздника, ожидание чуда и подарков. Вспомните себя малышами и как вы сами утром бежали к елке, чтобы увидеть, что же принес такой неуловимый Дед Мороз в этом году. Тогда вы осознаете, насколько важно для детей, особенно для особенных, встреча и со сказочными персонажами, и с людьми, которые о них заботятся, которые их любят и делают все возможное, чтобы каждый праздник стал торжеством душевной теплоты и искреннего участия для детей.